В зале попечительского совета Казанского университета прошла международная конференция «Россия-Азербайджан». Исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия. Все подробности далее. Конференция посвящена вопросам межнационального и межконфессионального согласия, созданию международной диалоговой площадки между Россией и Азербайджаном в целях консолидации обществ двух стран для формирования предпосылок к устойчивому развитию в социально-гуманитарной сфере. У нас очень много точек соприкосновения как у России с Азербайджаном, так и у Татарстана с Азербайджаном. Это общность культур, схожесть некоторых ценностей, традиций и очень устойчивые, исторически сложившиеся партнерские взаимоотношения. Мы, безусловно, поддерживаем национальную культурную автономию азербайджанцев, которая является одной из самых многочисленных в республике Татарстан. На данный момент в республике проживает 173 национальности, поэтому наш дом дружбы, он очень богат добрососедством, богат культурными какими-то традициями. На международной конференции «Россия-Азербайджан» приняли участие гости из Азербайджана. Наш татар и азербайджанцы связывают очень многое. Многовековая дружба. У нас единый язык тюркский, у нас одна религия – ислам. У нас единые традиции похожи. И мы вместе отмечаем праздник Новгуз-Байрам. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фарид Захитаглы, Универньюз.